Девчонки, всем привет! Как вы поняли из названия видео, сегодня будет... Я буду делиться своим секретом, а именно скрабом для тела, борьбы с целлюлитом, или же восстановление после родов. Девочки, этот скраб не помогает на протяжении всего того времени, как у меня родился ребенок, и до рождения его я тоже постоянно им пользовалась. Для этого нам понадобится оливковое масло, сахар и кофейный жмых. Ну так вот, девчонки, с чего начнем? Мы берем буквально, я для себя сейчас его готовлю. Делаю абсолютно так, как я его делаю постоянно. Нам понадобится на меня всю, буквально, ну, наверное, 2 чайные ложки. Даже 2,5 возьму с запасом. Вот, и 2 чайные ложечки сахара. Добавляю сахар, потому что мне больше нравится эффект очищения кожи сахаром и кофе, нежели вместо сахара, если добавляем соль, мне не нравится. Пощипывания эти не нужны, и зачастую сама соль, она бывает очень сильно острые гранулки эти. Вот, и ключевой момент здесь является оливковое масло, которое питает нашу кожу. И мне нравится то, что после использования данного скраба, после того, когда мы моемся, уже не нужно использовать какой-то увлажняющий крем. Здесь мы добавляем буквально 1,5 чайной ложечки. Ну, будет немножечко побольше, ничего страшного. Это мы все перемешиваем до абсолютно однородной массы. И после того, как, девочки, мы делаем этот скрабик для тела, надо, чтобы буквально, ну, наверное, если вы это делаете, допустим, вам нужно сегодня, вы хотите воспользоваться сегодня этим скрабиком, тогда его нужно буквально за часа 3 делать, для того, чтобы масло, кофе и сахар, они, ну, так скажем, кофе набухло, сахар чуть-чуть растворился, для того, чтобы было комфортно пользоваться данным продуктом. После него, естественно, будет маслянистый эффект, но мы... Остатки масла, которые нам уже не понадобятся после того, как мы воспользуемся скрабом, мы просто смоем своим любимым гелем для душа. И все. И после этого всего, после этого скраба, девочки, я всегда пользуюсь... Ну, последнее время, как я говорила, в покупках я приобрела вот такой вот крем-гель «Активный сжигатель жира». О нем я расскажу более подробно уже в пустых баночках. Мне он понравился серединка на половинку, так что, девочки, по итогу использования скажу уже точно как. Вот, девочки. Потом мы вот это вот все, ну как я делаю, я его накрываю крышечкой, оставляю и потом использую. Так что, девочки, желаю вам оставаться красивыми, любимыми, потянутыми. И с вами была ваша Ира, всех люблю, целую, всем пока-пока!